Джесси. Здравствуй, Джесси. Здравствуй. Приехал. Приехал. Давно не видались в редакции? Да, давно не видались в редакцию. Мы разъехались с Филиппин в декабре. Значит, 1.5 года. Значит, так. Все-таки штатское тебе больше к лицу. Возможно. Тебе тоже. Когда ты кончаешь работу? Как всегда. А значит, в 11 в Бромли-клубе идет? Нет, я буду занята. Можешь спросить, с кем? Можно. Думаю, что Гарри Смит пригласит меня. Уже прилетел. Я встречала его. По поручению редакции? Нет. Говорят, твоя жена некрасива. Да. И очень богата. Ну, когда я женился, я искренне жалел, что богата она, а не ты. Можешь мне поверить. Верю. Так она очень некрасива, да? Очень. О, боже мой, это мне совершенно не интересно. Я спрашиваю, что сказал так. Так, ага, понимаю. Представьте себе, труп девушки на мостовой, кишки обмотались вокруг тумбы, а мазки на окне аптеки. Банально. Это материал для воскресной школы, а не для редакции. Шеф собрался отправить его в Россию. Да, я знаю. Это была моя идея. Он пробудет там 3 месяца. Если только он поедет. Он поедет. Это верно. Он начал выходить в тираж. Что? Ему необходимо возобновить свою репутацию, иначе я не получу за $500 в месяц. Я боюсь, что тогда ваш брак не будет счастливым. Он поедет. Не уверен. У него раньше были свои идеи о русских. Мне нет никакого дела ни до русских, ни до его идей, ни до того, что он напишет о русских. Я хочу иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. Мне надоело быть кукушкой. Он поедет. Шеф у себя? Он на завтраке у русских журналистов.